Всем привет! И в этом видео я покажу свою регулярную процедуру ухода за ногтями. Начинаю я с ванночки, моя самая любимая, солевая. Она же самая простая и доступная. Для нее требуется только теплая вода и соль. Если сразу хотите провести ароматерапию, добавляйте пару капель эфирного масла. Но это не обязательно. Дальше я приступаю к уходу за кутикулой. Первым делом мне нужно ее увлажнить. Для этого я буду использовать любое масло, которое у меня есть. В данном случае это миндальное масло. Ватной палочкой я наношу масло на кутикулу. Конечно, есть специальные карандашики и другие средства для увлажнения кутикулы, но я больше люблю натуральные масла. Стоит немножко подождать, и после этого я апельсиновой палочкой аккуратно отодвигаю кутикулу. Следующий этап – нанесение воска. У меня есть такой специальный воск для ногтей, который я сделала сама в домашних условиях. Как это сделать, вы можете посмотреть по ссылке, там будет видео. Можете кликать прямо сейчас, или вы найдете ссылку внизу в описании. Беру я совсем немножко и наношу на ногтевую пластину. Это очень классно ее укрепляет и уплотняет, перекрывая все неровности ногтя. Оставляю воск на 15 минут и остатки снимаю ватным диском. Дальше перехожу к нанесению укрепляющего лака. В данном случае у меня вот такой вот ноготок, очень бюджетный лечащий лак. Я наношу лак в один слой. Он придает ногтям блеска, ухаживает за ними и способствует быстрому их росту. Завершающим этапом у меня является нанесение увлажняющего крема на кожу рук массажными движениями до полного впитывания. Вот и весь мой уход за ногтями. Главное – регулярность. Хотя бы раз в неделю проводить вот такую вот приятную процедуру для рук. Надеюсь, это видео было вам интересным или полезным. Если это так, пожалуйста, дайте знать, поставив пальчик вверх внизу под видео. Подписывайтесь на мой канал. А я вас всех целую и пока!